познакомились с Апаф и Дагиром, когда несколько месяцев жили в Дагестане. Не раз мы приезжали к ним в гости на окраину села Каркмыскала и всегда встречали гостеприимство, доброту и отзывчивость. Кумыки, к этносу которых относятся наши герои, вообще очень работящие, начитанные и гостеприимные люди. Вот мой рабочий день с утра началось. Идем сейчас барашку пускаем, ягнять отделяем. Дальше потихонечку. Это моя утренняя работа. Только-только начинается, да, как говорится. Около 10 лет назад, когда хозяйство стало разрастаться, они перебрались на большой отдельный участок, где было так много простора и земли для фермы. Каждое утро начинается с животных. Обязательно всех обойти, накормить, напоить и выпустить пастись в поле. Вечером обратно загнать в хлева. Остальное время у Апаф занимает домашнее хозяйство и пятидневная рабочая неделя у Дагира. Он работает водителем в Махачкале. Кумыки – тюркский народ, один из коренных народов Дагестана, Чечни и Северной Осетии. Крупнейший тюркский народ на Северном Кавказе. Большое поголовье требует больших сил, времени и финансов. Но они говорят не тяжело, уже привыкли. Все делается в удовольствии для себя. Без этих хлопот с животными уже и скучно. Погуляй, потом придешь. Это джакузи, летом купаемся, как охотно. И все собирают, все приходят, родственники. И без парадия купают. Там рыба есть, но никак не можем поймать. Ну, удочкой сейчас кину, посмотрим. В свое время рядом с домом они вырыли огромный пруд, куда запускают разных рыб. А после того, как подрастут, вылавливают и подают на стол. Частенько к ним приезжают друзья, чтобы тоже порыбачить. Еще бы, ведь туда Дагир запустил и мальков, и сетра. Утром тоже кинул, ничего не было. Сейчас посмотрим еще раз. Ну, там поначалу 30 штук кинул красняка. Должно было, нету, не знаю, что с ним стало, умер. Если умерли бы, выпали, а то так нету. Оставлять целый день, чтобы она там есть, нет. Если нет, оставляем. Наверное, сейчас. Я осенью кинул здесь бочку, как 40-литровую, малек это называется. Она еще зимой еще не очухнула.
На стол все идет со своего хозяйства. Мясо, птица, молоко, яйца всегда есть в достатке. И докупается самый минимум. Даже хлеб папа всегда выпекает сама, вкусный, горячий, из своей печи. Работа закончилась, да, утренняя. А вот сейчас вечером часа 3-4 выйду. Вот как я выпускала утром, вечером вот так же буду всех по очереди запускать, закрывать, кушать, кормить, и все, поит. И вся работа моя на этом заканчивается. Вот они несутся и очень стали. Прямо на глобу сидят. Тут гуси сидят. Это они высиживают, да? Высиживают, да. Вот это они все тоже. Вот киньки. Они все это, крылатые гуси. Между ними войны не бывает. Если чужой будет среди них, то тогда поднимается. Везде паутинка заросла. Вот и не здесь этот сидит, а эти уже высиживают. Вот они сейчас покушают, попьют, водички попьют. Сколько у вас времени обычно в день уходит? Утром где-то часа полтора и вечером тут столько. Остальное домашнее. То тут, то дома. Так день и прошел, да? Ну, да. И
там вот это все утка сидит, две утки, по-моему, там. Вот так изо дня в день, занимаясь тяжелым трудом, они всегда рады гостям и счастливы в своем мире. Несмотря на все тяготы такой жизни, они остаются очень добрыми и остроумными людьми.